Среди тех, кто проходит реабилитацию в центре «Росток», немало талантливых ребят. О том, чтобы здесь появилась своя музыкальная студия, мечтали давно. И когда возможность представилась, руководители центра приложили все усилия, чтобы ее не упустить. Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» решил принять участие в грантовой работе. Узнали, что Норильский никель представляет новые гранты «Мир новых возможностей» и решили поучаствовать. В 2018 году с программой «Радость жизни» Росток выиграл грант. На эти средства была построена спортивная воркаут-площадка, а вторым этапом стало открытие музыкальной звукозаписывающей студии. Я начал учиться играть на гитаре самостоятельно, потом впоследствии были разные мои похождения по различным музыкальным студиям нашего города. Но в общем и целом я оказался здесь. Центр «Росток» я знаю с самого его открытия. Сюда меня позвали Костя с Настей. Все ребята, знающие, что они делают. Глядя на этих дружных ребят, и не скажешь, что музыкальная группа с одноименным названием «Росток» образовалась 2 недели назад. Несмотря на то, что она для детей с ограниченными возможностями, мы применяем методы инклюзии. То есть у нас дети как с ограничениями по здоровью, так и здоровые дети. То есть они уже прекрасно нашли общий язык. За 1,5 недели подготовки мы разучили уже достаточно большой репертуар. Дети сами предлагают музыку, которую хотят изучить, с которой хотят ознакомиться. Мы изучаем нотную грамотность, изучаем аккорды, изучаем инструменты. В нашем городе студий, в которых можно заниматься бесплатно, практически нет. Теперь такая возможность появилась. Опытные педагоги готовы обучать с нуля. В городе мне жители на высоках, камнем лежать или гореть звездой. У нас возникла такая идея создать ее группу, да. И вот мы не могли найти творческих людей и место, где. Потом подошли к нашей заведующей и по терапии, Маргарите Станиславовне. И она сказала, что здесь будет у нас открываться студия. Мы очень обрадовались, очень ждали этого события, очень рады вообще. Просто спасибо огромное за возможность Норильскому никелю, Ростку, что мы можем развиваться творчески. Перед тем, как этот проект увидел свет, его кураторы консультировались с профессионалами, чтобы все здесь не уступало настоящим музыкальным звукозаписывающим студиям. С этими детьми работать одно удовольствие. Они горят. То есть они хотят творить, они хотят выступать, они хотят осваивать новые инструменты. Сегодня мы видим, что дети уже качественно подготовлены, дети могут уже солировать, дети могут импровизировать в своей игре и не сбиваются. Они очень самостоятельно уже подходят к вопросу. Эти ребята верят в себя и в свои таланты. И это уже большой шаг на пути к успеху. Они хотят уже большой сцены. Строят планы. Поэтому будем только развивать и поддерживать. Анастасия Кошечкина, Максим Лобачев. Время новостей.